Привет, истинные стримаши, это исследователь. Давайте поисследуем лимоны. Этот лимон турецкий стоит около 100 рублей. Этот лимон Узбекистан весит грамм 150-200. Стоит 40 рублей, то есть получается 40, 4 жды 5. 20-200, два раза дороже. И если учесть, что он меньше еще 200 грамм, они часто, то есть получается 250-300 рублей, то есть три раза дороже. Действительно ли он чем-то лучше? Как видите, он более темный, светло-желтый, это ярко-желтый такой. И более... Какой-то более гладкий, что ли, он как-то выглядит вот так вот. Сорта я не знаю, но вот так вот продавали в магазине. Этот узбекский я не покупал дороже, их просто скинули, как обычно, в конце. Все перемешивается у них, и они скинули вместе с турецкими. Я это заметил и взял вот этот более яркий. Сейчас попробую, скажу вам. Так, интересно, я думал, отличаться не будут. Ну, по-моему, сейчас еще разок попробую. Это узбекский менее острый, такой, можно сказать, более сладенький лимон. Действительно отличается. Прикольный лимон. Ну, для любителей, кому чисто сильно кислое, вот это берите, кому более такой сладенький лимончик, этот берите. Ну, то, что он дороже в 3 раза, это, конечно, не стоит, цены. Но, на самом деле, оба вполне неплохих лимона. У этого кожура потоньше. Ну, слой вот этот вот весь кожур. На этом все, пока. Подписывайтесь, смотрите ролики. До свидания, ребята.